Всем привет, вы на канале Рэмплей. Мы продолжаем играть в Monster Hunter World. Погнали, вот он у нас прокачанный уже такой серьезный чел. Напоминаю, что установил X2 на урон, чтобы по монстрам долбить довольно-таки неплохо. Потому что если на стандартном уроне, то есть там вообще урона нет, она скорее всего рассчитана на корпоратив, то есть... 2-3 человека, вот тогда да. А в одну каску, то есть, все очень сложно. И очень долго с одним монстром это бороться. Да, сейчас мы пойдем в Хикагори, как вы видите, нас туда зовут. Погнали. По квесту сходим. Так что я установил на урон, соответственно, повысил его. Жуткие тени на болоте, вот погнали. И сейчас я играю не на геймпаде, а на мышке, потому что с лука прицеливаться заебись просто. С мышки, с геймпада плохо. Пока прицелишься, пока чё полгода пройдёт. Мышку я резко себе поставил, быстро, видал, как? Специально, чтобы на лук я мог прицеливаться очень быстро. То есть я раз быстро навел и погнал. Так, все, инвиз готов, погнали. Ой, инвиз. Квест, точнее. Полетели. Ходим в Хикагори, сейчас посмотрим, что там у нас. По квестам дальше. Ладно, давай искать ученого. Должен же он быть, оставить какой-то след. Но он, по сути, охотник тоже, так что вряд ли он что оставил. Пойдем. Урон сейчас у нас довольно-таки неплохой, то есть это все будет проходиться гораздо быстрее, чем в оригинале. Так, огненная трава. Забираем. Так, а где мне отпечатки лап? Где? Чьих лап? Это ученых? Ага, должен быть этот след ученого. О. Ну все, пойдем по его следу. Так, эти вроде мирные, да, то есть, их не надо пиздить, они мирные. Добрые отпечатки лап. А да, вот он шел. Ну не лап тогда, а отпечатки ног хотя бы сделал, а то лап, бля. Он же не динозавр, ёпта. Он обычный человек. Маленечко недоработка, нихуя. Отпечатки лап, бля. Останки старой колокольчики. Старый колокольчик. А где у нас останки? Что за останки? Где? Останки где не? Останки где, бля? Липкая грязь, останки. А где это все находится-то? Жук какой-то. Останки, где останки? Мне нужны кости, где они, ёпарасоте, были же тут. Останки исчезли, а останок нет. Пропавшие ученые, книга. Останки где-то тут, значит. Где-то там он, они. Книга, вот. Останки, липкая грязь, вот. А, вот они, ёп. О, валять. Плюту. Вот, да. Давай.
останки все. Старые клочки какие-то, что есть. Блять, я не утону здесь. И меня чудище сорвет. Ага, вот рыба. Достать оружие. Ну, сами видите, да, то есть у нас уже урон довольно-таки неплохой, так, убрать. То есть мы уже нормально дамажим, соответственно, побыстрее будем проходить это все дерьмо. Не знаю, ну, для чего я рыбу взял, но это пригодится тоже, там, для брони, еще для чего-нибудь. Пойдем дальше, по следу ученого, где он? Отпечатки лап, вот. Ног, а не лап, блядь, какие лап? Я такого еще не видел. А, это новый монстр, наверное, какой-нибудь. Слазь давай, вон. Так что со двойным уроном, я думаю... Мы это дело будем довольно-таки быстро проходить. Вот еще что-то. И особо долго зависать на одном квесте не будем. Отпечатки ног. У меня и этот. Ну, полика, ну, прокачан тоже жестко. Куда меня ведешь? Там нет ничего. Пойдем туда. И у полика урон достаточно хороший. А кто это рядом с ним? Рыбы эти заебанные, кто это рядом с ним? Это рыба, чувак. Далеко больно. Шадем, когда ближе подойдет. Давай ближе подходи. Не достреливаем. Эманс пошла. Только бы он меня не нашел. Только бы меня не нашел. Я видел его. Юра, тот, нет, Барротто убил. Хуя себе, вот это монстр. Тот. И что, мне сейчас пиздить, да, с ним похоже? Тебя поразил водяной порчей, восстанови выносливость. Какой водяной порчей? Полика, гаси его нахуй, ебашим. Выносливость не. Пидор этого, на. На, сейчас, сука, ебалика. Ну,
выносливости нет. Да. Бля, пора лечиться. Лечиться пора, я проиграю сейчас. Падай. Пей. Долго пьешь, долго. Противоядие против водяной порчи. Какой ты пей? Ты пей, осел ты. А че он его не пьет-то? Да пиздец, но я, блядь, пока тут ищу, я умру сейчас просто. Ну, урон уже побольше идет, уже хорошо. Кто здесь? Чё за ёбаная рыба, иди нахуй отсюда. На. Мне эту уёбку хватает. На, получи пизды. Готов, ха-ха-ха-ха. Получилось, но не могу избавиться от чувства, что не все ладно с этим шипами. Давай быстрее берем. Все ресурсы с него быстрее, бля, бери. Клык Юратода. Ну побыстрее сейчас. Да, сами видите, то есть. Это, ну, особо долго мы, ну, не заебываемся. То есть раз-два и все. Раз-два и по пивку. То есть пиздим их довольно-таки быстро. Ну и все, на этом можно заканчивать эту миссию, возвращаться на базу. Сейчас и еще эти новые луки будут. У меня полик прокачан, он тоже, блядь, жестко долго. Нифига, он ему эту колбаску дал. Ранг охотник 4. Смотри-ка. Повышаю потихоньку. Ну вот сейчас вот в данный момент в одиночной игре это как будто подходите поближе, мы готовы начать. Ну это как будто мы играем втроем или вчетвером. Ну вот такой урон. Благодаря вашей помощи мы сильно продвинулись по пониманию следов, найденных по всему континенту. Наши исследователи произвели расчеты и выяснили, куда теперь можно отправиться. Может отправиться Дзора Магдарос. Его цель — Великое ущелье. Великое ущелье — это огромная долина за Дикогорьем. Именно. У меня есть предложение для всех вас. Я предлагаю поймать Дзора, когда он будет проходить это, поймать. Послушайте меня, ущелье отлично подходит для выполнения такого плана. Другой такой возможности у нас не будет. Хам, мне нравится эта идея. Если мы не воспользуемся этим шансом, следующий появится лишь через 10 лет или даже позднее. Это вообще возможно? Если бы я сказал, что нет, это был какой-нибудь... Это бы кого-нибудь остановило. Давайте попробуем с поддержкой пятого флота. У нас есть все шансы на успех. Значит, решено. Прежде чем отправлять охотников, надо обезопасить Астеру. На территории замечен Аньянант. А с этими тварями шутки плохи. Нужно составить план. Верно. Охотники, у вас новая задача. Разберитесь с Аньятаном. Будьте осторожны. Аньятан очень опасен. Одна ошибка, и вам конец. Командир, есть у меня одна мыслишка. Мне не помешает твоя помощь, охотник. Заглянешь ко мне попозже. Еще кое-что. Мы получили тревожные донесения. Может, ты? Да. Хорошо, пора собираться в путь. Нас ждет древний дракон. Разойтись.
Так, вот сейчас уже на Аниатану, да? Пожалуйста, послушайте главного ботаника, прежде чем что-то делать. Сейчас мы послушаем, давай еще разок у нас проверим комнату. Мы уровень подняли, может нам что доступно сейчас, нет? Или по-прежнему нету новых оружек. Блин, где оружки вообще все? Ну, урон он 628, стихийный 480. То есть оружка довольно-таки мощная. Дополнительный бонус. Я почему не знаю, они у меня установлены, а где они? Где их вообще надо искать или что-то? Тут же много разных наборов на урон. Чё-чё-то. Это, наверное, когда... пройдем обучение. Мне кажется, у нас... Ну, до сих пор стандартная локация. А вот когда на новый перейдем, тогда будет нормально. Да я послушаю его, отстань. Вон он там, я понял. В кузню пойдем посмотрим, может, что новое доступно. Или оружку продают какую-нибудь. И, кстати, ну, на корабль он туда подняться надо. Ну, посмотреть там, может, там новый продавец какой-то. Взгляни на товары, купить. Лук, есть что-нибудь новое? Не, луки старые все. Купить доспех, тоже старый. Давай продадим тогда, у меня тут много. А нет, у меня вообще-то немного. Давай, кузнец, может, ты мне что? Пиздатого предложишь выковать оружие. Мне надо лук. Нет, лук только один. Пока что доступен, больше пока нет ничего. Значит, и доспехи то же самое, да? Вот, от Юратода у меня доспех. Плавник Юратода. Ну, довольно-таки неплохой выглядит. Драконитовая руда, две штуки. Всего лишь мне не хватит. Руды надо больше, чтобы сделать. Ну, улучшение, соответственно, я тоже нихуя ничего, да? Не могу улучшить, да. Мастерство 30%. Ладно, хер с ним. Ну, это все стандартное снаряжение, обычно простое. Так, пойдем, ну, на лифте там, да, нам баба говорила, можно на это подняться. Ну, на корабль на их, пойдем посмотрим. Может быть, там что продают новенькое. Сейчас на Аниатан пойдем, ебашьте. Вот так, где у нас лифт вообще? Подъемник. Мост под водопадом. Столовая, зал собраний. Мастерская. Давай посмотрим, что за зал собраний. А, да, вот он, ну, на этом, на корабле. Ну, а что, посмотрим, может, у них, ну, эти новые торгаши тут есть что-нибудь. Дополнительный бонус, вот эти оружки, там, ну, набор охотников, ну, где-то же должны продаваться хотя бы, или что-то. Небесная погоня. Это зал собрания, где можно собираться для охоты
до 16 игроков. Здесь находится регистратор арены, регистратор доска объявлений, столовая, ваш комната, припасы и центра. До хрена, короче, всего, да? Регистрация арен, понятно. Это для корпоратива. Корпоратива. Так, это что, моя комната, да, получается? Ваш комната. Зал 5. Что это за зал такой? Я еще даже всю Астер не обследовал. Ну и что-то в этом зале. Опа, Берс. Учтивый четвертый. И пятый, блин, пиздец, просроченный. О, незнакомое лицо, ты из пятого, верно? Добро пожаловать в зал 5. Это кают корабля первого флота. Ты хочешь полюбоваться видом? Вот, взгляни. Короче, тут нет нихуя. Так, это кто у нас? Менеджер событий. Столовая. Мне интересно, где продавцы у вас? Отправиться в экспедицию. Нет, тут тоже, походу, ни хрена. Ну давай с этой с арены поговорим. А это кто такая? Припас-центр. Привет, привет. Добро пожаловать в небесную погоню. Итак, чем могу помочь? А что у тебя можно купить в сумку? А, ну то же самое, короче, как и у этого, да? Давай я продам тебе. Из сумки. У меня в сумке дохуя всего вообще. Материалы рассекающих снарядов. Снаряды с разбросом. Рассекающие потом это. Кстати, мы еще даже ни одного динозавра не поймали, блядь. На попробуй. 10 штук. Устанавливать немного с дороги. Продаем тогда. Минимум, максимум АД. Максимум продать. Ну, у меня потому что уже есть среднее зелье, соответственно, это мне огненная трава. Из-за нее надо что-то делать. Взрывной орех. Так, купить. Зелье, мясо по-астерски. Ну, взять тут вообще нечего. Магазин, я честно скажу, говно какое-то. Привет, добро пожаловать на регистрацию арены. Сегодня у нас для тебя есть особенное задание. Да-да, задание на арене. Осталось только придумать подходящее название. Удачи тебе, она понадобится. Это арена, там чудовище, с ними надо сражаться. Но, конечно, не торопись посмотреть список заданий. Арена испытания. Доступное оружие, так. Это, ну а награды какие? А, это же уже подключение. Подключение. Добавить новую обучающую секцию. Так, все, погнали. Мост под водопадом, да, посмотрим, что это такое вообще.
Ну и пойдем на Аньятан. Охотиться, все понял. Пойдем с этим ученым поговорим. Блин, плохо, я хотел имбовый лук какой-нибудь. Нет, нихуя ничего. Оружка дряхленькая какая-то. Ну, слава богу, я ее усилил хотя бы. Так, давай с этим сначала перетрем, чем надо. Умный биолог. Good to see you. Прекрасно, пятый флот. Вы-то мне и нужны. Сейчас мы отряд исследователей экспедиции по поиску и поимке нас... Еще называют ловкачами. Изучаем поведение Кулу Яоку. Мы надеемся поймать его живьем, дать светлячка, запомнить его особенности, а потом отпустить. После этого мы сможем досконально изучить его образ жизни. А что может быть лучше этого? Поэтому я решил попросить помощь пятого флота. Я хочу, чтобы вы поймали его для нас. Задание называется «Похищение похитителя». Мы будем рады любой помощи. Так, понятно. Новое задание надо будет обязательно пройти. Нас, наверное, ну, научат пользоваться этими гребаными ловушками. Главный биолог, давай. Ну и ну... Аньятан, конечно, очень неприятное чудовище. Тебе надо как следует подготовиться. Перейдем к делу. Так, давай перейдем. Чего ты мне хорошего скажешь? Я вызвал тебя, потому что у нас возникла небольшая проблема. И решить ее можно, может, далеко не каждый. Видишь ли, мы занимаемся разработкой инструментов, специальных инструментов, если... быть точнее, для всех охотников. Но из-за Тобика дачи, который обосновался в лесу, мы не можем собрать необходимый материал. Ты им займешься? Вот, возьми, это первый инструмент, который нам удалось закончить. Надеюсь, тебе пригодится, мы можем достать еще. Но только если ты решишь нашу маленькую проблему. Спасибо тебе и удачи. Маскировочный покров. Специальный инструмент – это одежда и оборудование, которое дает вам уникальные навыки. Например, если вы используете маскировочный покров, чудовище на некоторое время потеряет вас из виду. Давай посмотрим. А, вон он как делается-то. Это для Аньятана. Специально он там жесткий, да? Все, понял. Теперь нам нужно выследить Тоби Кадачи. Не водится в древнем лесу. Ну, погнали. Но Аньятан, значит, в следующей серии, наверное, додолбить будем. Сейчас это Тоби... Блядь, как он, Тоби... Кадачи, вроде. Ну, название тут, конечно, жесткие. Так, летающий искр, Тоби Кадачи. Лагерь 11, погнали туда. И мне интересно, как использовать ловушки. Блять, я хочу кого-нибудь живьем поймать. У меня есть две ловушки, вроде. Наверное, и Аньятану можем поймать то же самое. Ну, если яма будет достаточно глубокая, провалится бы туда и все. Надо в обучение посмотреть, есть такое вообще. Как ограничение по времени 50 минут, ну. Не получится. One of your specialized tools, you'll need to equip it from the item bar.
They're used just like any regular item, but their effects only last for a limited amount of time. If the tool you're using stops working, don't worry. It'll recharge after a while. О, нифига, нож какой-то отравленный. Так, а как их выбрать, а? Вместо достать, ползить, выбрать. Выбрать предмет. Маскировочный покров. То есть, ну, на время я съебываюсь. Отравленный нож. Можно ножами кидаться. Противоядие. А где это зелье-то бы? Мега-зелье. А как обычный зелье поставить? Я же как-то могу, наверное. Сумка для предметов. Вот она у меня, где она у меня? Бля, там кто-то ходит. Жесткий кто-то топает. Как вот у него панель предметов. Ну и как мне его поставить? Отсортировать предмет. Я не понял, как вот мне его сюда поставить? А как вот сюда воткнуть этот предмет, ёбаный? Мне непонятно, то есть у меня только мега-зелье сейчас. Старые отпечатки. Кто там ходил так топал? Ну, у нас пушки сейчас довольно-таки серьезные. Давай, может, еще раз попробуем этого аньятана пиздить. Старые отпечатки. Кого мне искать, где искать, я не знаю. Ага, вон они, мне кажется. Отпечатки, значит, я иду в правильном направлении, да? Уровень охотника приходит повышать, да, вон, кажется. Да и эти гребаные косточки нахрен не нужны. Синий гриб тоже целый. Шерсть. Чё за шерсть? Шерстяной, бля. Ну, я думаю, с этим луком должны довольно-таки быстро ёбнуть. Прокачан он у меня довольно-таки неплохо. Отпечатки лап. Потом он полез наверх. На шифте давай. Забубенимся наверх. Иду по его следу, потому что это задание на время дается, 50 минут. Надо эту суку выследить как можно быстрее. Once one of your specialized tools когда действие специальный инструмент закончится, бери его после перезарядки, его снова можно будет использовать. Ну, я думаю, с X2 уроном-то, ну, должны мы победить этого аньятана. Так, вот, все, пришел куда-то. Че там? Монстр какой-то, да?
Бля, сзади, сзади. А, вот он. Тоби Кадачи. Нихуя себе. Сейчас мы дадим голову. Ну куда ж ты, что, бля, делаешь? Дура, ебать, он ебанутый, короче, я понял. Хуяренный. Полик, давай, ебашивай этот пидор. Вот, сука. А, он хуй электрический, понял. Не, ну нормально. Дамаг идет. Выносливый штук нет. Да не сколи это, нахуй, на. Голосовая атака прошла, нормально. Бьем, пусто. Ха-ха-ха. Свалил волка, на. Ебучку тебе, на. Так, дергайся. Да, он на электризованный какой-то. Сколько ему урон прописывать надо, мне интересно просто. Так, давай. Блин, подожди. Выбери, сука, силовое покрытие. Маскировочный покров. Заебал ты своим маскировочным покровом. Заебал, где тут? Ёбаный мегазель. Активируй силовое покрытие. Можешь активировать? Во, погнали. Хуя я с одного удара и дал ланшот у пидора. Не, ну нормально уже, когда... Урон это хороший, ну то есть именно быстро это все делается. Силовое покрытие на пробивной урон дает, все, я понял. Значит и этого, ну Аньятана можно сейчас ебнуть тоже. Тоби, ну прикольный такой монстрик, да? Смотри какой прикольный. Хорош, красивый монстрик. Тоби Кадачи. Ну, название, конечно, пиздец, жесткий. Тут все, я с него все ресурсы забрал. Вон, видал, какая бля заставка на последний мой коронный удар. Да, Полик что-то вообще уже медленно прокачивается. Но он тоже, ну, у него дамаг под 400. О, я готов тебя расцеловать. Благодаря тебе каждый охотник сможет пользоваться специальными инструментами. О, кстати, чуть не забыл, я же посадил семя древнего древа из любопытства в основном, но не поверишь, на этот раз оно проросло. Самое удивительное, для роста им необходима лишь энергия окружающей жизни и немного удобрений. Не буду вдаваться в подробности, просто спрошу, есть ли предметы, которые ты используешь особенно часто? Возможно, добавив немного удобрений, я смогу использовать особые свойства древа и вырастить то, что тебе нужно. Только скажи. Заказ выполнен. Ресурс центра заказ выполнен. Предмет можно доставить. Доступ новые результаты исследований. Пойдем создадим, наверное. Заказ наш, да? Тоби Кадачи. Ну, батарушку, конечно, не знаю.
был в огонь. Ой, что-то это... Новый ресурс, что ли? Слушай, говорят, тебе поручили охотиться на того здоровяка в древнем лесу, да? Сейчас самое время закупиться припасами. Эй, у нас тут новый товар, решил, тебе может пригодиться. Хочешь взглянуть, что тебе нужно? Ну, что за новый товар? Приманку, ее тоже надо купить, мне кажется. Она пригодится, чтобы заманивать снаряды. Ядовитое парализующее покрытие. А максималку берем 20 всего. Ну, хуй себе. 20 парализующих, усыпляющий, ядовитый. Силовое покрытие. Ну, я только 2 потратил, то есть можно только 2. Ну, я думаю, мы его осилим сейчас. Мне, кстати, в изготовлении надо что-нибудь это создать. О, бля, это шоковая ловушка. Инструмент для ловушек нужен. Вон оно что. То есть это был инструмент, а ловушку вот пересоздал. Ловить чудовищ. А еще какие-нибудь есть от ловушки? Так, мне нужно инструмент для ловушки, дай мне. Дай купить инструмент для ловушки, сумку. Инструмент для ловушки, сколько я могу взять-то? Одну, действительно? Мало как-то, охуйся. Ядовитый порошок жизни. А что он делает? Осколочные бомбы. Порошок, снаряды. Липкий, осколочный. Блин, тут до хрена разных снарядов, но у меня лук нихуя не поддерживает. Причем ничего. Так, давай создадим исследование, да? Корабля может быть наш путеводной звездой. Выкладывай, расскажи, что у тебя удалось. Очки исследования, сферы доспехов. Так, что мне вообще надо найти? Так. Поймай одно большое чудовище. Вот надо поймать, добыть ресурсы из залежни. 6. Куча костей 6. Грибы 7 раз. Восемь мелких чудовищ, давай еще возьмем. Важный. Так, ладно, пойдем на изготовление посмотрим. Главный ботаник, а вот это древо, и тут, но сажать можно, да, тоже что-то потихонечку развивается, так это делает. Рад видеть тебя в наших краях, я ведь уже показывал тебе наше древо. Не успел я порадовать маленькую росточку, как из него выросло огромное древо буквально в мгновение ока. И теперь мы готовы заняться исследованием. Тебе ведь нужны предметы, верно? Мы используем древние древа, чтобы вырастить для тебя новые предметы. Что говоришь, тебе нужно? Приноси в ботанический центр растений, грибы, насекомые, сами выполняю, количество займет центр, выбери. А, все, то есть я могу. Не выписано.
использовать, да, выращивать. Ну, наверное, мед, я думаю, да? Использовать удобрение. Удобрение 100 очков. Желе заклинаю. Давай удобрение. Так, ну все, типа, я для роста дал ему, да, он будет расти. Пойдем посмотрим. Тут, потому что после каждого монстра квестового, ну, добавляется, ну, новая броня, как я понял, новое оружие. По изготовлению именно. Может, и в продажу что поступил, понял, по-своему, ну, должно же что-то меняться-то, блядь. Или тут, ну, постоянно все одно и то же, блядь. Пиздец. Молот вот, например, взять. Ебать, урон жесткий, 2080. Силовой клинок. Глеб, может вообще, ну, на Глеб перейти. Урон довольно-таки хороший. Такую хуйню она продает вообще прям. Выковать. Может, я могу оружие новое создать? Да не, все то же самое. Бля, хоть бы новые, да? Дали что-нибудь. Доспех только, наверное. Кодачи. Доспех кодачи. А что мне надо? Электрод Тоби кодачи. Шкуру крылатого ящера. Шкуру Тоби кодачи. Ну, я его сделаю, но менять пока не буду. Сейчас мы, прежде чем по основному, это пойдем это Тоби кодачи еще попиздим. Чтобы нам такую, ну, пиздатую броню. Не, я пока не буду использовать. Шкуру Тоби кодачи надо. Ну, пойдем сейчас мы его отпиздим, это быстро. Модернизации. Чем могу модернизировать снаряжение? Ничего не могу, да? Так, броня Тоби кодачи есть. Броня есть. Пойдем сейчас мы его, ну, еще раз твоем. Ну, урон у нас достаточно хороший, я думаю, быстро разберемся с ним. Так, по основному квесту я пока не пойду. Мы уже два основных квеста прошли. Соответственно, надо подготовиться перед атакой. Изготовление. Так, ну понятно. Шоковая ловушка. Заодно можем сейчас эту. Опа. Маскировочный покров. Тут у меня снаряга-то говно, по сути. Ну чё, мяут, дашь мне хотя бы какие-нибудь, блядь, бонусы? Ничего не хочешь давать, да? Это у вас есть. Где оно есть? Может, где в лесу надо найти торговца, бля, какого-нибудь хуёзу, не знаю. Hunters of the Fifth. Охотник пят, загляни ко мне, у меня для тебя срочное задание. Да подожди, своим заданием. Я пошел за кодач. Сходим в древний лес, лагерь 11. Там Тоби кодач, надо его убить разик 2-3, чтобы броньку себе сделать нормально. Позащитить, чтобы была мощная. Да сейчас и этого. На панель предмет можно использовать специальный инструмент, вы понял.
шоковая ловушка. А почему я ловушки не могу поставить? В специальном месте, что ли, надо или что? Боеприпас в хуй, да? Хорошо, погнали. Ты куда ты полез? Давай вниз свалить. Мне вот эту кулукуй надо поймать, вот эту такую. Кулукуй, и Тобикадачи надо, но он где-то прячется. Старые отпечатки, трава, и мне нужны кости, кости надо. Разные кости нужны, для этого надо поискать, походить. Поки-поки. Можно, кстати, уебать его тоже. А он сейчас тут и будет, вон уходит, я увижу. Поки-шпроки, бля. Блять, не то. Хуй ты разорался, ёбка. Сейчас я тебе дам пизды, подожди. Что делаешь ты, мадрил? Обосрался, смотри, гандон. Силовым этим покрытием я тебя сейчас изнасилую, понял? Отравил, крыса. Я где бушку, чтоб не орал. Вот, кстати, я без вас бил этого, бля, поки-поки. Вот сейчас мы его вместе отбили. Бля, надо это паркивай яди. Да пей давай, это мне хуёв. Да ты чё не пьёшь-то, блядь, осёл. Мега-зелье. В этом жесткий. Идите всем языком. Это монстр такой уебок. Вот и все. Ну вот и все. Ну вот я за кадром вот его тоже сам валил, но только долго валил, у меня урон маленький был. Вот сейчас мы с вами отхуярили этого поки-поки. Пойдем дальше. И искать нам нужны монстры. Надо поймать вот какой-нибудь монстр. Сейчас мы никуда не торопимся, то есть время у нас есть. Мы не на задании. Мы чисто только тэпнулись здесь сюда и все. Для проверки. Так, мега-зельда. Противоядие, кстати, он что-то нихуя не пьет против этого поки-поки. Ну и это мелкие. А мне их тоже, кстати, надо убить. Так, давай, деактивируем пробивные снаряды. Ну видите, он вообще прям с одного удара. Мне их 8 штук надо. Мало охота мне. Еще двое. Да подожди, сейчас я вам дам пизды. Минус. Минус встает.
Ты чё не достаешь-то, лучник ты? Можно, конечно, взять садоровую пушку бы какую-нибудь и, ну, ей вообще хуярить. В щит, то есть прям разносить, там урон вообще будет бешеный. Но я хочу улучшить этот лук, чтобы он вообще прям дамажил. Просто тоже так. Пойдем, нам надо кости поискать, что-нибудь поискать. Кружков собирать. Горький жук. Да и на Аниятана можем попробовать сейчас. Накинуть. Сейчас он это попадется нам. Один раз мы пробовали, ну, соответственно, проебали. Так, этих обычных давай. Ну, их надо 8 штук. Заряженный выстрел. Бам. Все. Заказ выполнили. Тут еще есть ротан. Дракон. Желательно его бы убить. Но это надо уже лук прям, ну, пиздец какой жесткий. О, кости. Ну, то есть не вот эту порнуху, которая сейчас у нас, а уже достаточно хороший лук. Вот сейчас заодно и экспедиция. Малая кость чудовище, малая кость чудовище. Экспедиция выполнена. Два задания выполнили. Ягрос, да это ягрос, он мне нахрен не нужен. Так, это для мяса, который ходит, да? Мясовики. О. Цветочный колыбель. И исследование тоже увеличил. 360-810, видите сами. А кто топает? Где вообще эти монстры? Дракон, да. Может попробовать его? Ну ты жесткий, тут надо лук уже сюда, серьезно, он эту убил, да? Вот ты гандон. Давай, улетай отсюда нафиг. Ну ты гандон. Беззащитного вопарика убил, гандон. Аниятан я хочу попробовать сейчас. Тащим мы его, нет? С новой оружкой. С новым уроном, точнее, на оружку. Ну а что, надо попробовать. Вдруг получится. Ресурс, кстати, надо. Здесь рез есть. О, 6 штук надо, да? То есть 2 таких. Нам косточки валяются. Давай кости еще прозондируем. Древняя кость, X3. Малая кость чудовища. Малая кость чудовища. Ну, это...
X3. Где они, ятанты у нас? Эти мелкие. Мужчины. Да я даже их шкуру брать не буду, но надо хуя им куда. Там сейчас убью их только все. Шкуры их не шкуры, шкуры у меня много. Яргос, чешуя Яргос. Отпечатки лап большого Яргоса. Где они там? Они все где-то, короче, в глубине карты получается, да? Опа, грибочек. У меня места нет, блядь, надо куда-то все дело и расходовать. Да, прыгай. О, нифига, видал, как пляется. Отпечатки лап. Кучка, ага, там есть кости. Пойдем кости обязательно. Придется их убить, но вообще не хотели бы. Смотри, какие мощные, бля. Кикистодон. Так, а что у нас по времени? Ну, уже час прошел, да? Надо на базу возвращаться, завершать. Блядь, ну это ебаная самка заебется. Сиди отсюда. Да, давай тогда на базу вернусь. Драконом летать, смотри. В следующей серии, ну, мы по квесту не будем проходить, мы попробуем уебать Аньятан сами. Ну, то есть, без всяких этих, чисто в чистом кумите, можно сказать. В чистом бою прямо один на один будем ебашиться с ним. Без всяких вот этих драконов там и тому подобное. Так, берем слизь. Да, вон они это все передвигаются. Большой Яргос. Куба. Блин, подожди. Отдалить, закрыть карту мира, установить точку. А передвинуть, а во как. Ну, Аньятана нет, что-то вообще не видно. Он, наверное, ночью спит, по-любому отдыхает. Так, все, погнали на базу, пора заканчивать Астера. Торговый двор, погнали. Ну, подсобрали маленечко ресурсиков, тут маленько апнули. Надо еще вот этого, блядь, Тоди Кадачи вот эту поискать. Он где-то наверху живет, да, получается? О, это, ну, уровень попалик повысили. Он где-то наверху чалится, по-любому. Пойдем, да я знаю, блядь. В столовую пойдем. В столовую. Сейчас попробуем на хавку что-нибудь сделать. Потому что эти очки исследования, как я понял, они, кроме как, ну, хавку делают, они нахуй не нужны никому, да?
Борщ варит. Молочное мясо. Ну давай ты, местный шеф-повар, заплатить талоном, использовать один талон. Съедобное блюдо, тарелка от шеф-повара. Усиление атаки X2. Здоровье, выносливость плюс 25, палик плюс 12. Прикольно. Прихуяли. Хуярец, а жрёт. Нормально. Так, ладно, давайте на этом и закончим. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, не забывайте про колокольчик. Я с вами прощаюсь, до новых видео, всем до встречи и всем пока.